Динара Оксанова в рубрике «Я выбираю роскошь». Самые изысканные и роскошные места Барселоны ждут вас. Оставайтесь с нами. Сегодня мы посетим элитный клуб «Опиум Мар», который расположился всего в нескольких метрах от пляжа Средиземного моря. С ресторана клуба перед вами открывается великолепный вид на море. Терраса клуба «Опиум Мар» является самой большой террасой барселонского побережья. Приближается лето, и всем нам хочется провести как можно больше времени на пляже. Можно просто валяться на золотом песке, а можно вкусно пообедать морепродуктами, вдыхая ароматный запах моря. Ресторан клуба открыт с 11 утра до 12 ночи и предлагает блюда средиземноморской кухни. Что может быть приятнее, чем раскинуться на роскошных диванах под лучами солнца, попивая прохладительные напитки в лаунж-баре «Опиум Мар»? В ночное время клуб полностью меняет свой облик. Вместимость дискотеки доходит до 2000 человек. Самые лучшие диджеи мира, такие как Дэвид Гетта, Пол Ван Дайк, Боб Синклер, Тиесто, Армин Ван Бюрен и многие другие, являются частыми посетителями дискотеки «Опиум Мар». Это единственный ночной клуб в Барселоне, который открыт с 12 ночи до 6 утра 7 дней в неделю. Клуб располагает VIP-зоной, где в зависимости от ночной программы бутылка шампанского может стоить от 500 до 1000 евро. Если вы будете в Барселоне, обязательно посетите элитный ночной клуб «Опиум Мар». Вы не пожалеете. С вами была Динара Оксанова в рубрике «Я выбираю роскошь». До скорой встречи!